Я хочу сказать огромное спасибо, потому что вы те люди, которые нас окружают каждый день, которые нас радуют, дарят нам кучу эмоций, счастья, любви. Спасибо вам огромное, что сегодня вы были с нами, разделили этот день вместе с нами, плакали, смеялись, танцевали, веселились, обнимались, целовались. Спасибо вам всем огромное. Мы с моим мужем вас очень сильно любим. Я думаю, что вот эти качества, которые у тебя есть и которые ты будешь развивать, сейчас молодец и спорт, и помимо всего и бокс и так далее, то есть это то, что поможет тебе утвердить, вернее, скажем так, забетонировать те серьезные мужские качества, которые у тебя уже есть, чтобы Диля всегда чувствовала надежное мужское плечо. Единственное, хочу сказать, что, ну, надеюсь, вот тот урок, там, ну, без фанатизма, все всегда, голова должна быть, мужчина должен быть умным. Вот, поэтому я думаю, что все у тебя есть, и береги, 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 всегда береги свою любимую. Я хочу пожелать вам, чтобы ваше счастье, ваша любовь, вот запомните сегодняшнее состояние счастья, постарайтесь хранить как хрустальную вазу и нести с достоинством, высоко подняв голову. Еще очень прошу вас, берегите, цените друг друга, слушайте и слышьте. То есть он сказал, она такая же нежная, она такая же умная, она так же прикасается, всегда с такой любовью и заботой. Это было для меня так важно, поэтому я даже с тех пор, я даже не переживала, потому что, зная Толю, как он очень, ну,
к людям относится серьезно и всегда очень с осторожностью. То есть для меня это было, в принципе, вот открытые двери. Это все, я уже поняла, что ты будешь в моем сердце. Ребят, живите в любви, с любовью и не обижайте друг друга. На нашем пути встречается огромное количество людей. И мы смогли рассмотреть в друг друге то, что, возможно, не увидели другие. Мы полюбили каждый пальчик друг друга. И я очень счастлива, что сегодня в кругу друзей и близких мы стали мужем и женой. И в заключение мне недавно напомнили о шикарной фразе из не менее шикарного мультфильма. Я ее хочу процитировать. «Сегодняшней ночью сбываются сны. Услышишь свой дзынь, всегда быть рядом с ним. Ты мой дзынь, Толя». Ну, я думаю, все знают, что я не особо богат на толкание речей. Не совсем это мое. Я больше люблю делать... Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что ты безумно красиво сегодня выглядишь, как и всегда, но сегодня особенно. Просто скажу, что я рад, что сегодня здесь стоим именно мы с тобой, а не кто-то другой. И, ну, я, собственно, тебя люблю. Готов ли ты всю жизнь любить ее, целовать, заботиться, делать с ней те самые селфи время от времени, обнимать, когда прохладно, носить ее вещи, ну, в смысле, физически помогать. И главное, быть для нее мужем, который сделает Дилю по-настоящему самой счастливой. Браво! Диляра, является ли твое решение быть с Анатолием обдуманным и искренним? Готова ли ты взять его в законные мужья, уважать, заботиться, организовывать романтические вечера и видеть в нем супергероя, у которого есть сверхспособность делать тебя самой счастливой? Как называет вас Алиса, Толюшка, Дилька, мы объявляем вас вместе мужем и женой. Целуйтесь! Любви, чтобы в вашем доме всегда был уют, и всегда была спокойная атмосфера. Я очень рада, что ты нашла своего принца, о котором ты все детство мечтала и которого ты всегда искала. Всю свою жизнь никогда не позволяйте каким-то мелочам вообще, там, не знаю, там не те штаны надел вообще, что это такое, мне не нравится, не та майка. Она мне тут то-то сказала. Все, успокоились. Тарелки на счастье перебили.
как сказал Сергей Анатольевич там внизу, так волнуюсь, как будто это моя свадьба. Вы одновременно и очень разные люди, но при этом друг без друга вас представить нам уже, наверное, невозможно. Мы просто вдвоем верим в вас, и, наверное, все здесь верят в вас. И сейчас представьте, какой будет их семья через год, через 5, через 10, через 50 лет. Сколько в их семье будет детей, какие имена вы будете им рекомендовать. И с этими мыслями, с этим посылом внутри, вместе поджигайте их семейный очаг. Танцуем дальше!